Добрый день, а к нам пришла зима. Второй раз за зиму выпал снег. И если первый раз он пролежал меньше одного дня, то в этот раз он лежит уже третий день. И, вероятно, это продлится еще какое-то время. Везде дети лепят снеговиков. Для них это большая радость здесь. И если для детей это радость, то для автомобилистов это трагедия. Я даже думаю иногда, если бы здесь были такие морозы, столько снега, как у нас, как бы они справлялись. Иду в направлении нашей реки. Она называется Модень. И так как климат довольно мягкий, река не замерзает. Для птиц это отлично. А вот и первая уточка. Они выходят прямо на дорожку, ждут, когда кто-нибудь придет и начнет их кормить. Все-таки голодно зимой. Впрочем, летом они поджидают людей тоже. Я уже их покормила и отошла немножко дальше. Они подбирают крошки, а я должна идти дальше. Вот по пути встретила такое деревце. Оно уже хотело цвести, но, видимо, нужно подождать. Я тоже слепила своего снеговика на балкон. Интересно, как долго он простоит. Всем пока!